Сегодня пришла печальная новость о Леониде Каневском. Как было известно ранее, у него уже случались приступы с сердцем. Не так давно он отмечал юбилей, где из-за проблем с сердцем ему пришлось вызывать скорую помощь. Тогда, к счастью, все обошлось. Сегодня крупный телеграм-канал сообщил, что Леониду стало плохо прямо на съемочной площадке. Как известно, Леонид Каневский – заядлый дачник. Свой огород он садит сам и ухаживает за ним также сам. Он не привлекает к этому садовников, как это делают другие люди. На съемке он приехал как раз с дачного участка, где занимался подкормом деревьев. По его словам, у него на участке 10 яблонь, 3 сливы и кусты кружовника, которые он очень любит с детства. Обработать такое количество деревьев – это нелегкая работа даже для молодого. А Леониду уже 70, и он делает все сам. После дачи он прямиком отправился на съемки передачи. Когда он вошел в кадр, все заметили, что известный артист и не менее известный ведущий говорит медленно, и он бледен. Врач, который был на съемочной площадке, измерил давление и дал лекарство для его понижения, так как оно было слишком высокое. Но лекарство не смогло помочь, и было принято решение вызвать скорую помощь. Бригада медиков, прибывшая на вызов, приняла решение, учев возраст, об экстренной доставке в больницу пациента. По информации источника телеграм-канала, Каневский находится в одной из московских больниц. Он лежит в общей палате, но по заверениям врачей, как только освободится одиночная палата, его тут же переведут.